Здесь кабели у нас в модели показаны через короба. Это большого сечения для того, чтобы более было наглядно видно, как они проходят, как они уходят наверх к стоякам. Это питание квартиры. То есть вот тут, в общем, получается такая модель. Из нее мы также прокладываем стояки, трубы закладываем. Все это у нас автоматически собирается в спецификацию. Поэтому здесь правильно надо создавать семейство, заполнять данные для того, чтобы правильно это все автоматически потом собиралось. Принципиальную схему, но так как принципиальная схема однолинейная встроенными средствами Revit не может быть создана, может быть только создана табличная форма.